скрылся за границей, но и там нашли. В селе Вапнярка Лиманского района обнаружили труп мужчины с пробитым черепом. Жертвой оказался экс-мэр столицы Приднестровья Тирасполя Андрей Безбабченко. Его нашли в заброшенном здании со связанными руками. Рядом с его телом находился угнанный внедорожник «Инфинити». Подробности инцидента репортеру сообщили информированные источники. По их словам, убийство может быть связано с конфликтом между Безбабченко и влиятельным олигархическим холдингом «Шериф». Стороны в свое время якобы не смогли мирно поделить потоки контрабанды. Ранее на Безбабченко уже были покушения, а после новых угроз он пытался скрыться в Одессе. Расследованием уже занимается областная полиция. Открыто 3 уголовных производства по статьям убийства, разбой и незаконное завладение транспортом.